самом деле не существует ничего иного, кроме цели данного мгновения. Вся жизнь человека представляет собой последовательность мгновений. Если самурай полностью осознает суть данного мгновения, ему больше нечего будет делать. У него не останется другой цели. По словам старейшин, решение нужно принимать в течение 7 вдохов и выдохов. Надо быть целеустремленным, сильным духом, чтобы прорваться по ту сторону. Knowing if we did all right, something's over.